Привет, бро, меня зовут Пози. Сегодня мы с тобой будем играть в Roblox в режим Super Bomb Survival. В общем-то, я играл в этот режим ровно нифигашеньки, поэтому я не знаю, что здесь к чему. Нам предлагают нажать кнопку Play, нажимаем, и мы появляемся. Итак, есть 2,5 минуты. Ну чё, давайте попрыгаем, повеселимся. Мы создаем здесь территорию и начинаем играть. Уу! Я забыл, что здесь можно скользить. Это так непривычно. Опа! У нас появилась территория, и, похоже, сейчас мы телепортируемся туда. Building map. Опа, мы появляемся. Такс. Сейчас будет что-то веселое. Фу! Главное придержаться до самого конца. Погнали! Сейчас будут бомбы падать. Воу-воу-воу-воу! Уворачивайся! Нет! 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 Меня не взорвешь. Даже не думай. Ты знаешь, кто здесь мастер смеша? Это я, детка. Они падают хоть? А, да, вроде бы падают. Ладно, будем держаться на пляжечке. Я буду под зонтиком стоять. О, денежные бомбы! Это то... О! Надеюсь, я жив. Вставай и беги. Братишка, беги. Эта бомба взорвалась прямо возле меня. Я отлетел прямо на метров 500. Дай я к тебе на корабль залезу. А, здесь уже нет корабля. Почему ты мне сразу этого не сказал? Уходим, уходим, тут уже что-то рушится, прям по полной программе. Все эти бомбы, они разные, и у них разные суперспособности. Ну, у каждой бомбочки, разумеется. И каждая бомбочка может нанести разный ущерб. Там кто-то выпускает мега крутую взрывную волну, а кто-то вообще разрушает блоки под тобой. Но большинство бомб это те, которые разрушают блоки под тобой. Деревце, что с тобой не так? Что ты разрушилась-то? Может быть, как-то встать на краешек этого дерева? Надеюсь, оно не исчезнет. Если мы упадем вниз, то, возможно, это гейм... О-о-о-о! Нет, 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 я уйду лучше. Фу! Как же вовремя, тыква! Нет, 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 у меня 75 жизней. Эти бомбы начинают появляться еще быстрее и быстрее. Я даже не знаю, куда теперь убегать-то. Ой-ой-ой-ой! Чуваки, я, кажется, сейчас помру. Я в заперти. Опа, а ты кто? Что ты за вубубня такая? Нет, плохая вубубня! Плохая вубубня! Убегаю, поднимаюсь наверх, я на одном блоке стою. Я не хочу упасть в пропасть. Я еще так молод. Так, ладно. Соберись, тряпка. Давай, начинай. Раз, два, три. Побежали. Нет, нет, похоже, уже никуда не уйдем. Что происходит? Что это такое? Это какая-то лава? Ой, ой. Кажется, он сейчас умрет, чувак, снизу. Беги оттуда. Я бы не советовал тебе там оставаться. Ладно, похоже, они... Какой-то источник лавы открыли. Мега ослепительный свет. Бомба! Атомная динамит! Бомба! Снова бомба! Снова эта вонючая креветка! Они везде, повсюду! Так, ладно, буду стоять здесь. Ой! Вот сейчас бы не умереть! Сейчас бы не умереть! Оу! Я победил, кажется! Да! Yes! 132 кредита! И я почти получил второй левел. Давайте, выбираем снова эту карту. Я хочу на нее. Вроде бы сюда мы прыгали. А, можно и сюда. Это Майнкрафт? Что-то похожее на Майнкрафт. Давайте Майнкрафт карту. Погоняем в Майнкрафтик. В старый добрый Майнкрафтик. Ну или в эту карту. Да мне без разницы на самом деле. Здесь у кого-то уже по 22 победы, но у меня один вин и 132 кредита. Слиперки! Да ладно, давайте что-нибудь прокачаем. А, нету денежек. Окейушки. Идем обратно. Может, перки? А, на них тоже не хватает. Обломушки. Что у нас за карта? Я даже не успел на нее посмотреть. О, да! Мы играем на карте замок. 3, 2, 1. Вот сейчас будет разрушайка на самом меду. Хоть бы не на голову, хоть бы не на голову. Нет, на голову они нам не падают. А то, знаете, такой дождь из бомб. Не приколюха вообще. Оу! У них есть физика! Ну, какая-никакая, у них есть все-таки физика. То есть, если под нами что-то разрушится, есть шанс того, что я еще не упаду в самый низ. Еее, что это за медленные ядерные бомбы? Они, типа, когда до чего-то дотрагиваются, они взрывают все! Вот туда паренек куда-то улетел, какие-то банановые бомбы. А сюда ничего не летит, здесь все хорошо. Нет, кажется, зря я это сказал. Давай, батька-комбат! Уу! Нет, нет, батька-комбат говорит идти обратно! Это... Ой, ой, я заморозился! Я, походу, один здесь заморозился! Уу! Фу, как хорошо. Хорошо, что повезло. Еее, это был супер-прыжок, и я его зачем-то использовал. У меня супер-прыжок первого левела. Как только у нас накопится эта серая шкала, мы сможем снова ее использовать. Вот быстрее бы! Отлетел на другой конец карты. Нет, тоже только не сюда.
Вау, что это приземляется? Я хочу на это посмотреть. Эта штука сейчас что-то самоуничтожит. Вот это бомбилово! В силу тьмы нас не притянешь. Это черная дыра. Окей. Нет, а это какой-то плохой квадратик. А это пицца. Но пицца тоже не очень хорошо. Хотя... Yes, плюс 10 хп. Вау, 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 что происходит? Что, где я? Ты куда там упал? Что ты там делаешь? Ты вообще заблудился, что ли? Так, хоть бы... А, нет, 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 они все возле меня, блин. Так, пропаркурим. Оу, пич. Ой-ой-ой, музыкальная бомба. Расфигачила. 3, 2, 1. Yes! Победа! Вторая победа подряд. 117 кредитов. Давайте еще немножечко подкопим. И у нас второй левел Супер Джампа. Куда мы встанем? Давайте сюда мы встанем. Давайте, я хочу за эту карту. Тут какой-то город гигантский. А тут лесочек, ну кому он нужен, а? Вау! Это эпичное зрелище. Здесь еще что-то дальше есть? Ха! Ладно, потом проверим. Ну а мы будем играть на карте лес. Вот только не это, я не хотел этого. Ну они сами за меня это все выбрали. Сейчас первые бомбы сразу полетят в меня. Я же Ванга? Нет, я не Ванга. Я не предсказал. Эта бомба с заморозкой так круто работает. То есть она еще по флангу замораживает. Ой. 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 Бомба прям была надо мной. Она все это время летела на меня. Ладно, я постараюсь сейчас сделать супер прыжок на самый верх. Нет, нет, уже не получится. Хотя, кто знает, там еще что-то осталось. Я на самом меду. Буду стоять здесь. Бомбы на меня не падают. Все хорошо, просто стоим и отдыхаем. На самом центричке. Видите, я не вижу ни одной бомбочки. Ну вот одна бомбочка есть. И что ты сделаешь? И что ты сделаешь? Заморозишь меня? Ха, не пугай так. Может подпрыгнуть выше на всякий случай? У-у-у! Нет? Как же? Вау! Вау, 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 осьминожка! Нет, 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 снова бомба! Тащи ее обратно! Нет! Я еще живой! Я еще живой, со мной все в порядке! Опа! Упала еще куда-то вниз. Может, стоит добраться до каменной породы или лучше держаться выше? Я думаю, стоит держаться повыше. У-ху! Е-е-е! Подлетели. Вау, 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 вау! Снова это лава! Снова это бомба. Почему они появляются прямо возле меня? Это что, какой-то заговор? Допустим, нам нужно... Что за нафиг? А! 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 30 жизней! 30 жизней! Вставай! Заморозили еще! Я приморозился к земле! Нет, 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 вставай! Вставай! Ты должен встать! Ух! 15 секундочек-то всего осталось! Так, улетаем! Улетаем отсюда! Чем дальше, тем лучше! Ой-ой-ой, это черная дыра, блин! Вау! Здесь вообще ни одного живого места нет! Так, ладно, до туда! Еее! Победа! Сколько кредитов вы мне дадите? Ну уже 175! Неплохо, неплохо. Так, перочки. Что у нас есть за перочки? А, она у нас уже была одета. Может быть, в шопе что-нибудь еще посмотрим? Скиллы. Ну-ка. По скиллам у нас есть мувмент. О, а что это такое? Давайте возьмем. Что-то интересное. А, это рандомчик. Hover. Окей, возможно, нам это пригодится. Вот, теперь мы играем на снежной карте. Здесь есть какие-то вагонетки, на них можно покататься-то. О, это шарики. Ха, я буду стоять на шариках. Ой, нет, плохая идея. Возле них падают бомбы. Ладно, похоже, не взорвется. А, я сам могу еще спавнить эти бомбы. Ха-ха-ха, круто, я бомбер. Нет, все-таки надо было оставлять дабл джамп. Ой, ой, заморозили. Снова динамит. Снова этот мяч! Снова бомбы! Снова мяч! Я уже устал в разные стороны бегать! Сейчас мы все разрулим. Бросим сюда эту штуку, и все бомбы будут падать куда-нибудь вниз. А, нет. Похоже, эта штука плохо работает. Эта штука, возможно, я могу разрушать бомбы. Хе, прикольная штуковина. Хорошо, буду тусоваться здесь. Здесь, в укрытии. Вот ты тоже прошаренный, да, братишка? Ты знаешь, куда спрятаться можно. Сейчас мы твою сказку разрушим. Хе, не волнуйся, эти бомбы не ранят тебя. Можешь не переживать. What the fuck? Похоже, ему конец. Бомба! Снова победа!
Ну как же так? Вы посмотрите на этого мастера, как он это делает? Вау, здесь прям целая игровая комната. Прикольно, прикольно. Такого в паркурщике бы не хватало. Можем даже искупаться немножечко. О, снова на травяной карте. Сразу спрячусь в бомбоубежище. А что, если я кину сюда эту бомбу? А! А! Нет! Чуть сам себя не самоуничтожил. Ну, пока что есть верхний слой, можем даже не переживать. Нет. Есть повод, уйдите. Нет времени для знакомства, уходите, бегите, глупцы. Ну, здесь бомбежка будет помощнее, на самом деле. Хотя есть очень много мест, где можно еще спрятаться. Может, даже сюда встать, куда... Да, хорошее место для пряток. Я замерз на лету. Ко мне упала эта бомбочка, и у меня нос чешется. Нет, нет, не чешись. Надо ее уничтожить как-то. Давай, уничтожайся. Откатил подальше. Это была самая мощная бомба. Она вообще расфигачила все эти деревяшки. Засосала. Нет. Нет, я должен выбраться! Держись! У-у-у-у! 5, 4, 3, 2, 1, я прошел 5 жизней! Очуметь! Ну, за это вы мне должны дать 1 000 000 кредитов, 160 всего лишь! Ну что же, надеюсь, вам понравился этот режим, он у нас назывался Survival Bomb. И если это так, то обязательно поставьте лайк, а также подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну а с вами был Позитифон, всем спасибо за просмотр, всем адьос! Playtime!